Всем привет! Сегодня мы будем делать витаминный, супервитаминный салат из зеленушки. Что у нас имеется для салата? Первое, что у нас, это крапива, которая обладает очень большим количеством витамин. Очень много где применяется. Положим ее сюда в тарелочку. Далее у нас есть одуванчик. Здесь тоже очень много витамин. Очень тоже широко где применяется. Дальше, это у нас мокрица. Мокрица — это вообще кладезь витамин. Дальше петрушка. Затем у нас редис. Огурчики. Зеленый лучок. Укропчик. И, конечно же, сельдерей. Дальше. Сейчас мы возьмем водичку, нашу крапиву, и возьмем кипяточком, просто зальем. Вот я подарил водички. Сейчас все это дело зальем кипятком и пускай стоит. Немножечко оно постоит, чтобы наша крапива не кололась, не была, так сказать, жгучей. Вот таким вот образом мы ее сейчас упакуем. Все. Далее все нам надо измельчить. Сейчас будем все это дело измельчать. Берем терочку, начнем с редиски. Поехали. С редисочки закончили. Вот так вот оно выглядит все. Сейчас будем измельчать нашу мокрицу. Очень хорошо все меленько нарезаем. Все нарезали, убираем нашу тарелку. Дальше берем петрушечку. И тоже все это дело измельчаем. Меленько-меленько нарезаем. Опять все в тарелку. Лучок. Всю зеленушечку хорошо все нарезаем мелко. Все складываем в нашу емкость для салата. Укроп. Укроп — это тоже очень полезная зелень. Вы просто прочитайте про все эти ингредиенты, которые входят. Сельдерей. Сельдерей я нарезаю такими кубиками. Жуется он хорошо. Тоже он для сжигания жира. И вообще он тоже очень много где применяется. Очень целебный тоже. Целебное растение. Поэтому без него никуда. Сельдерей — это очень хорошая вещь. Пушка просто. Ну и, конечно же, тоже это слаживаем. И, конечно же, берем наш огурчик. Огурчик вообще без него никуда. Тем более сейчас уже весна. Салатики без огурчиков, ну, никуда. Поэтому все это измельчаем. Все кладем сюда, нашу тарелочку. Добавляем нашу крапивку. Вот так вот она уже здесь полежала. Она уже не колется, уже нормальная она, мягенькая. Тоже все это нарезаем мелко. Это вместе с одуванчиком она кашица такая получается. Очень много витамин. Просто это салат будет, это все витамины мира. Немножечко подсолить. Кто-то может не солить, если кто-то боится соли. Ну, немножечко для вкуса подсаливаем. И все это дело заливаем сметаной. Сметана у меня
15%, то есть жира как бы немного, можно 10% взять, там тоже есть, как бы, или сколько там, 12, я не знаю. То есть выливаем вот нормально сюда сметаны. Все это дело тщательно перемешиваем. И затем, после того, как помешали, дать ему тоже настояться, как другому салату любому. Вот такой вот салат у нас получился. Вкусный, витаминный, просто. Сейчас попробуем. Нежнейший салат. Вот такая пушечка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на канал. Ждем вас на канале. Всем удачи, всего хорошего.